Кажется, придется прыгать. В течение последних 6 месяцев экспедиция моего отца Владимира Ефимова занималась бурением льда и исследованием найденных в нем доисторических ископаемых на станции Антарктида-1. 6 недель назад экспедиция перестала выходить на связь. Сегодня я прибыл в составе спасательного отряда из 4 человек, чтобы выяснить, что произошло. Тогда я еще даже не представлял, что меня ждет впереди. Алексей, Джек, Гарри, где вы? Всем, говорит профессор Антонов. Срочно прекратить исследование образцов. Они живые, они напали на нас. В пещерах мы встретили еще более ужасных тварей. Товарищ Быков погиб. Нужно немедленно уничтожить образцы, чтобы не допустить их распространения. Я забрал ключ-карту от оружейной у Ефимова. Оружие – это единственный шанс выжить. Их слишком много. Нам срочно нужна помощь на буровой станции. Выдвигайтесь к нам как можно скорее. Отец, это точно он жив. Сын, держись! Еще немного. Теперь с тобой все будет в порядке. Я отлично ориентируюсь в пещере и изучил повадки этих существ. Будь осторожен. Они совершенно слепые, но отлично слышат. Поэтому просто сиди тихо. Я запру дверь и оставлю тебе свой дробовик. Постараюсь добраться до самого низа пещеры, где мы проводили взрывные работы. Там должен остаться динамит. С его помощью мы сможем взорвать завал и выбраться. отец, нет. Ефимов сошел с ума. Он помешался на исследовании этих тварей и помешал нам их уничтожить. Он застрелил Антонова, Орлова, Попова и ранил меня. Кажется, он сломал фуникулер. Если увидишь его, стреляй на поражение. Я потерял слишком много крови. Если кто-то найдет эту запись, знай, ты должен взять мой динамит и взорвать вход в пещеры и лабораторию с образцами. После этого поезжай на снегоходе и вызови эвакуацию с радиовышки. Запомни код эвакуации. 117. Только не позволь ни одной твари пробраться на континент. Отец, ты жив? Как ты мог убить всех своих друзей? Что с тобой стало? Они просто не понимали, насколько эти существа уникальны. Они хотели уничтожить все, над чем я так долго работал. Мне пришлось убить всю команду, чтобы продолжить мои исследования. Понимаешь? Нет. Ты сошел с ума. Как ты мог? Ты не оставляешь мне выбора. Мне жаль, что так вышло. Но эти уникальные существа стали смыслом моей жизни. Они жили в этой пещере миллионы лет, и никто даже не знал об этом. Я изучил все их повадки и почти нашел способ с ними общаться. Я уверен, что они не злые, и что я смогу установить с ними контакт. Пойми, мы с тобой должны продолжить...